Здравствуйте, Александр. Это видео про ваши переходнички с одуванчиком и про одуванчик. Вот одуванчик для мира. Смотрите, прикладываете на ваш адаптер калибр, наклеиваете небольшой кусочек двухстороннего скотча, который я даю вам в комплекте, наклеиваете сверху по калибру одуванчик, затем вставляете в камеру, проверяете. Камера должна показать диафрагму 2,8. Если такое произошло, то вы отмечаете границы посадки одуванчика на адаптере. Аккуратненько его отклеиваете от двухстороннего скотча. Убираете остатки двухстороннего скотча. Зачищаете черную краску там скальпелем или дремелем, обезжириваете все поверхности, наносите очень небольшое количество клея с помощью зубочистки. Ни в коем случае не наливайте клей из тюбика во избежание переливания количества. И потом также наклеиваете одуванчик уже на клей. Смотрите, делайте это аккуратно, чтобы не следы клея не попали на контакты одуванчика, они могут просто закупорить их. И два адаптера с одинаковым программированием. Тут первый одуванчик запрограммирован 37 мм 2,8 и тут 58 2,0. В каждом одуванчике время задержки входа в режим программирования 1 секунда. Ловушка фокуса включена. И здесь вот под одной из крышечек закреплен ключик для регулировки шкалы вашего объектива на этом адаптере, чтобы ваша шкала смотрела непосредственно вверх, находилась сверху, как это и полагается. Вот три контрвинтика отпускаете, внутренняя часть вот эта золотистого цвета, она разворотная. Вы поворачиваете адаптер так, как вам нужно, чтобы у вас объектив смотрел правильно. И потом закрепляете снова эти винты с помощью этого ключа. И второй адаптер точно так же. 58-2-0, 1 секунда время входа в режим программирования. И ловушка фокуса включена. Будут какие-то вопросы, всегда можете позвонить, написать, я всегда вам отвечу. Сейчас я упакую ваш одуванчик и адаптеры и сегодня отнесу на новую почту, если она еще не закрылась. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.